Всем привет! Пытаюсь разобраться, что у меня тут с камерой. Всем привет! Гуляю по тут району в городе Мюррей. Сегодня у нас такой первый теплый день, правда ветреный. Много ветра. И вот я нашла улочку здесь такую, не очень многолюдную. Но пока вообще никого нет. Хочу погулять тоже, подышать воздухом немножко. Все очень красиво начинает все распускаться потихонечку. И прям такой уже теплый ветерок дует. Наконец-то. Холод этот уже, конечно, надоел. Такие красивые дома. Район достаточно дорогой, Мюррей. Ой, у нас начало апреля самое. Птички поют, слышно. Я сначала гляжу на дерево и не пойму. Думаю, вроде ель, а что-то вроде цветет, а там три дерева в одном, так сказать, почти перемешку. Я не пойму, чего к чему. Нарциссики вовсю цветут. Они хорошо дружно цветут. У меня тоже нарциссы расцвели, и прям уже прошло почти 2 или 3 недели, они цветут активно так вовсю. Красиво. Сейчас повернусь обратно, там такой вид классный на горы. Домик симпатичный. Вон они, горы красивые какие. Их отсюда хорошо видно. Это у нас гора Олимп. Я ее называю Верблюжьей горой. Но с этого ракурса не видно, а вот с другого ракурса она такие там два прям холмика четкие. Получается как верблюд. Классный домик. Ой, поскорее бы тепло стало, что уже эти теплые куртки тяжелые снять. Уже можно было одевать шорты, платья и тому подобное. Сейчас, правда, как говорится, куда ходить непонятно, но вот хотя бы гулять. Я в этом году хочу посадить немножко себе огород. Тоже, как в том году, я сажала. Потому что я это дело люблю вообще. Сажание, так сказать. Конечно, в том году у меня кроме трав больше, в общем-то, ничего и не уродилось. Но, тем не менее, все равно было приятно выйти там. Травки какие-то ароматические пощипать. Все равно хорошо. Но я в этом году, думаю, куплю... Попозже куплю себе уже куст с этой саженцы. Куплю помидоры, куст помидоры, куст перца или парочку. И посадить огурчики надо будет. И травки у меня так и растут. Петрушка, укроп, базилик, розмарин. Вот такие вот. Я потом покажу, что у меня там растет. Вот. Надо будет в этом году обязательно
еще насажать. Как говорится, будь чем заняться. Сейчас, перед тем, как идти гулять, ну, пока убиралась дома, там, готовила, включила. Что-то мне так песня, как она. Маруся, раз, два, три. Калина, чернявая девчина. Короче, эта песня в голове играла. Думаю, включу-ка я на Ютубе. Короче, включила. Нашла там видео казачьего хора. Вот они пели эту песню. Потом еще там Калинку и еще другие песни. В общем, классно. Послушала так немножко, поностальгировала. Вот. А показывает, значит, там записи, наверное, 2006 года были. И показывает, значит, зал. И все сидят, как лом проглотили. Там, может быть, человека три из всех, кого показали, кто действительно там в ладоши хлопал или что-то на лице, какая-то мимика была более-менее такая живая. А все остальные были что-то как вообще, как на партсобрании сидели с такими важными видами. Видом. Я тоже думаю, у нас люди какие-то, ну, не все, конечно, но много именно, ну, не то что закрепощенные, но какие-то немножко скованные. Эмоции боятся показать. Всем привет. Я в таком полусобранном виде сегодня. Ну ладно, не страшно. Идем дальше. Я кружок сделала, оказалось опять на той же самой улице обратно. Сейчас надо будет подальше пройти, в другую сторону. Стараюсь не трясти камерой. У меня стабилизатор только на телефон, а телефона сломался экран. Поэтому его не засунешь в эту штуку. Приходится мне пока так. Солнышко так хорошо припекает. Сейчас сделала салат. У меня мясо отварное было, говядина. Вот, думаю, что бы с ней сделать. Я думаю, надо сделать какой-нибудь типа оливье салатика. Давно я уж не делала. Я вообще, как из России уехала, мне кажется, раза три делала такие салаты. Хотя иногда даже скучаю по ним. Ну и, короче, это просто там у меня огурчики соленые, картошка, яйца, укроп был у меня, вот мясо. Такой простой. И майонез со сметаной пополам. Ничего, так получился салатик. Простенький. Вот. Но все равно вкусно. Вот я его сейчас делала, ела, тоже такая ностальгия немножко получилась. Я говорю, у нас любители же мы всех этих салатиков, хотя, ну, по идее, это, наверное, от недостатка разнообразия продуктов и, так сказать, уровня жизни в какой-то степени, особенно раньше, я помню. Столы как бы собирались, и это было, чтобы желудок набить, всевозможные салатики. Хотя они, в принципе, вкусные, а здесь как бы вот так не принято готовить. Хотя тоже делают, и типа этого горячего салата, горячего картофельного салата, и либо холодного картофельного салата, ну что-то типа такого. В принципе, вот эти наши всякие салатики тут бы шли хорошо на все эти потлаки. Это которые, так сказать, это общий стол, когда шведский стол собирают. На работе там вот так все, кто что приносит, вот такой салатик притащить, под тарталетком его разложить. Вот, было бы очень даже дешево и сердито, как говорится. Неплохо. Вот. Ой, вот сегодня я выбралась первый раз погулять за неделю. Но у нас еще холодно было, у нас был тут даже снег. Классно зацвели эти одуванчики. Цветочки полевые просто цветут красиво. Вот, еще вот прям только-только все начинает распускаться. Свеженькие листочки. Вот, еще, собственно говоря, особого какого-то тепла у нас еще пока и не было. Гулять особо не хотелось по холоду, поэтому, как говорится, еще пока мало пропустила чего. Самое цветение вот только-только прям начинается. Так, что там показываю?
Это вот тут сектор такой жилой, рядом с парком Мюррей. Какая-то дорога такая оживленная. Это какой у нас? South. О, Fashion Boulevard. Бульвар моды. Fashion — это мода. Бульвар — это бульвар. Иногда бывает так, выйдешь, какие-то такие незнакомые улицы и другой ракурс непривычный, и думаешь, ты где вообще находишься? Как-то так непривычно. Красиво. Тут у нас какая-то оживленная улица. Честно говоря, не очень хочется идти по оживленной улице. Поэтому пойдем обратно. Отсюда хорошо горы видно. Красивые. Там вишня зацвела. Розовая такая красивая. Здесь очень много деревьев, которые цветут красиво, но они не плодоносят. То есть чисто для красоты. Полно таких деревьев насаженных. Я все-таки люблю, когда от них есть прок. Хотя, в принципе, и для красоты тоже надо. Горы, конечно, потрясающие здесь. Красивые. Скоро можно будет все равно в лес выезжать, гулять в лесу. Хотя у нас в лесу тоже много народа, но не везде. Есть такие очень популярные тропы, где толпы народа. А есть достаточно это не многолюдные. Классно, как подстригли деревце. Вишенка цветет. Не поняла, здесь по ходу дела дорога заканчивается, что ли, или нет? Вот с этой стороны заканчивается. Это кул-де-сак, так называемый тупик. Поэтому пойдем в другую сторону. Какие дома красивые, большие. Ой, как классно! Красивая улица такая, милая. Камера снимает у меня, надеюсь. Живой заборчик. Хорошенький. Классный дом какой, красивый. А здесь прям будет цветущая аллея скоро. Ну, вернее, уже цветет. Ой, тоже классный дом какой. Их прям три в рядок похожих друг на дружку. Классно. Ой, ветер сильный. Поднялся. Классно. Такая аллейка цветущая.
Да вот они еще не все зацвели, дома. Скоро зацветут. Ой, не дома, а деревья. Какой дует сильный ветер. А тут прям так классно. Красиво очень. Ну, а мы идем дальше. Сейчас я сделаю такой круг. Закруглюсь и уже пойду обратно к машине. Здесь тоже такая оживленная улица, много машин. Сейчас будет, наверное, шумно. Тоже домики симпатичные. Горы наши. Штат, конечно, красивый. Хотя есть места и не очень. Но вот здесь красиво, конечно. Есть места такие очень безлюдные. Вот тут нарисовали, да, на асфальте. Типа район Туэлла и туда дальше, на юг. Где просто такие степи, степи, степи. Причем они очень быстро высыхают, выгорают. Цвет такой получается у них не очень. И все это такое желтое, короче, почти круглый год. То есть не вот я прям красотища. Но есть, конечно, вот такие райончики, как здесь. Север штата красивый очень. И самый-самый юг, где всевозможные парки. Там, конечно, красиво. Национальные парки. Машинки всякие красивые летают. Там модная машина прям. Вон она какая классная. Цветет вовсю. Дети, уходим в сторону от детей. Вот такая вот у нас весна, начало весны. Надеюсь, получится гулять. По домам нас не закроют, так сказать. Получится выбираться, дышать свежим воздухом, любоваться весной. Вот такая классная, красивое цветущее дерево весеннее, что-то типа тоже декоративной вишни какой-то. Ну вот так вот я закругляюсь. Погуляла. Ну вот, всем хорошего настроения, счастливо и пока-пока.